В этом видео я хочу рассказать про косовище, да, либо оно называется косье, либо черенок от косы. Это классическая форма, которая принята в Европе, особенно в Австрии и в Германии. Фирма Fuchs, либо по-другому Schröcken Fuchs, Австрия. Косовище имеет несколько размеров. Двушечка, трешечка и четвертая. Это разные длины самого древка, да, вот этого. И каждая длина косовища, под каждый рост можно подобрать свое косовище. Это сделано для того, чтобы вы отрегулировали, да, с помощью ручек, с помощью длины, под свой рост это косовище, и чтобы вы косили, не напрягаясь, с прямой спиной, и чтобы получали удовольствие от кошения. Вот это самое лучшее косовище, которое я вообще встречал. У нас есть несколько видов косовища. Есть металлическое со специальной ручкой, есть деревянный Офнер, это деревянная Fuchs. И тот, кто как бы пользовался этим косовищем, может подтвердить, что это самое лучшее косовище. Здесь идут две ручки. Эта ручка специально как бы на сколько здесь, сантиметров 20 от самого древка отнесена. И отрегулировав ручки, значит, здесь можно отрегулировать с помощью вот этих отверстий, переставляя, да, под правую руку. А здесь можно под левую руку тоже отрегулировать туда, куда вам как бы, да, нужно. Обычно регулируется таким образом. Значит, вот эта рукоятка напротив пупка регулируется. И потом откладывается таким вот способом рукоятка под левую руку. Косовище, оно немножко изогнуто, да, особенно в конце, для того, чтобы коса у нас приходила, да, под определенным углом к земле. Здесь идет такая специальная пластиковая накладочка и вот такое вот отверстие, которое обрамлено сталью. В комплекте идет кольцо для косовища и ключ шестигранный. Сейчас я покажу, как она собирается. Надевается кольцо. Для примера возьмем косу Fuchs Hartstall 70-ку. Значит, здесь идет шип специально. Вот в это отверстие мы вставляем этот шипчик. Поднимаем кольцо. Вот и все. Нам осталось закрутить только. Значит, здесь мы можем отрегулировать захват, угол, да, на который мы можем поднять косу или опустить ее. Здесь у нас вот такая вот степень свободы, с помощью которой вы можете отрегулировать угол поднятия кончика. Каждый выбирает этот угол по своим задачам. Но есть классический способ отрегулировать этот угол. Итак, коса собрана. Всю эту красоту вы можете приобрести в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.